В 31-й школе в этом году запланирован капитальный ремонт. По плану отремонтируют фасад здания, заменят входную группу, поменяют электрическую часть, окна и двери. Такая же работа пройдет в этом году в 19-й школе. Конкурс завершен, подрядчики известны. Заключаем с ними договор. Скоро начнутся ремонтные работы. Капитальный ремонт планируют в этом году и в 11-й школе. Эти работы были запланированы еще в прошлом году, однако из-за затянувшихся судебных разбирательств между подрядчиками ремонт пришлось отменить. В этом году капитальные ремонты планируются в 3 школах и 1 детском саду. В 14-й школе планируется текущий ремонт. В этом году мы в школе лицея номер 14 решили провести текущий ремонт. Будут отремонтированы спортзал и крыша. Подрядчик уже известен, с ним составлен договор. Подрядчики для ремонта из Темиртау и Караганды. Документы и проекты уже направлены на проверку в Караганду в архитектурно-строительные органы. По плану ремонт начнется в конце апреля – начале мая.